вчера докопали вас зачеты, можете посмотреть. У меня сенсация выпала. Вообще зачетная, пацаны, вообще глаза к полтиннику. Говорят, вот это куда интереснее находка, чем там всякие медали, с которыми я приехал сюда. Ну, медали пока не даются. В этом видео вы увидите очень много интересного. Нас пригласили в Ульяновскую область. Одна из наших подписчиц, Вероника. И мы не отказались. Жаль лишь то, что такие деревни по всей России насчитывается тысячами. Молодежь уезжает, и деревни вымирают. Как у нас заведено, по традиции, подарки. Вот такой, ребята, камуфляж с нашивочками, с наклеечками. Вот, так что сносу не будет. Поздравляю. Ой, спасибо. Носи и получай удовольствие. Спасибо большое. Все. В каждой деревне есть церковь, и это не исключение. Развалины нас очень заинтересовали своей таинственной и загадочным подземельем. Ребят, у нас Костяныч как бы специалист, давно копает, и он говорит, ему очень-очень заинтересовала эта церковь. Ребята решили посетить эту церковь непосредственно подвал. Смотрите, какая дурища. Да, да. Ну, это видно под храмом. Имеется еще одно помещение. Да, и не одно, возможно. Вот такой подвальчик здесь. О, он с поворотом, смотрите. Не, прожектор не взял. Ёшкин кот, тут проход, ёв. Диггеры. Опа, давай пойдем назад. Расширяли, видишь? Затаскивали и вытаскивали. А там вытяжка. Огромное количество брошенных, полуразрушенных домов – огромный соблазн, и не заглянуть в них будет неправильно. Ну, мы и заглянули. Многие места давали огромные перспективы, и мы шурфили, и много находили. Были и сюрпризы. Засранец, смотрите, что, а? Ребят, у Костяныча пока ноль. А Паша у нас дает, как говорится, угля в стране. Трешка. Ну что, ребят, Паша у нас в рыбное место встал. Дергает цариков. И сейчас интересное что-то попалось. Он говорит, снимай. Обязательно снимай. 20 копеек, по-моему, 16 есть. О, это царское серебро. Делаем ставки. Какие ставки? Ставки на что? Смотри. Опа! Ой, какая! Да ну, смотри, какая большая! Ребят, я около печки, копаю. И там вот валялся вот такой кожаный. Я не знаю, что это. Редикюр. Вот так вот оттопыриваю. А там он монетки. Итак, ребят, всем привет! Сегодня у нас новое видео, новая экспедиция. Надеюсь, она будет у нас затяжная. Приехали как минимум 3-4 дня, а там посмотрим, как находки вы увидите. Сегодня бригада у нас маленькая. Паша Казань, Костян там где-то лазит и Александр. Ну и, конечно, мы в гости приехали к нашей подписчице, именно к нашему другу из нашего сообщества ВК. Это Викуся. Вика. Пускай будет Вика, а то скажете Викуси уже на таких вот коротких датанах. В общем, ребята, нам предоставляют вот рядышком дом. Здесь мы будем ночевать, отдыхать во время копа. Между копом, да? Сегодня, ребята, день пограничника. Ехал я по дороге. Приятно, много сигналило, много фарми моргало, очень приятно. Вот, ну что, ну давайте, наверное, дождь у нас моросит. В дом зайдем. Посмотрим, какие условия у нас будут. Вот она, Вика. Еще раз. Вик, привет.
Всем привет. Паша. Ну, опять я, всем привет. Ну, этого бардача вы знаете. Вон Саня. Вы его, наверное, не видели. И Костяныч. ВДВ. Войска дяди Вани. Вон он маленький, маленький танкист. Вот. Ну, а сегодня день погранца. Ехали красиво. Вот, сейчас возьмем металлоискатели уже вон. В дом зайдем, посмотрим, что там как. Ну и отправимся в те места, которые нам Вика покажет. Там есть несколько заброшек. Дождь моросит, и лучше в заброшке посидеть. Да, Паш? Конечно. Вот, так что погнали. Ребят, домик достаточно бодрый. И что, кто-то курит, что ли, здесь в доме, а? Это я Тенисию курю. Так, зачетно, пацаны уже располагаются. Где моя кровать будет? Моя кровать будет вот здесь, ребята, будут как царь спать. Около печки, печку тоже затопим. Вот, а это здесь Костик будет спать. Костяна туда закроем. Так, это побольше, здесь у нас Паша, да, Паш? Да. Ты забронировал, Паш? Как раз под его рост. Вот, так что Санек, наверное, будет там. Так что у всех места есть. Вот, ну давайте немножко за приезд, да? Ты уже, Паш, свою беду энергетическую, да? Ну я так дорожно. Хорошо. Давайте немножко поблагодарим за приглашение. И, знаете, Паша с Казани, Вик, решил тебе сделать, вернее, даже не тебе, а твоей дочке. Паш, слово. Вик, хотим поблагодарить не только от меня подарок, от всех нас, кто приехал, тебя через твою дочь. Спасибо. Я спрашивал, чем Полина занимается, что любит. И все-таки вот такой вот медведь. Ой, какая лапуля. Ей, думаю, зайдет. Лапуля. Такой красивый медведь, чтобы она спала. Такой мягкий. На, так сказать, на долгую память. Это... Ну, Паша. Спасибо большое. Отдельное... Спасибо, ребята. Отдельное спасибо. Но это не все, Вик. Ты у меня как-то в свое время участвовала в розыгрыше камуфляжей. Да. Вот, но, к сожалению, не выиграла. Но очень, очень хотела. Хотела, да. Камуфляж для леса. Ну, в наших местах он очень пригодится. Да, и вот мы с пацанами также решили от нашего сообщества тебе угодить и подарить. Ой, вот такой, спасибо. Ребята, камуфляж с нашивочками, спасибо. С наклеечками. Спасибо. Вот, так что сносу не будет. Поздравляю. Ой, спасибо. Носи и получай удовольствие. Спасибо большое. Все. Ребята, вступление сделали. Теперь отправляемся на коп. Довольно счастливая девчонка. Главное, ладно, все, погнали, погнали копать, ребят, мы приехали копать, а все остальное увидим все сами. Ребят, первая достопримечательность, которую я вам хочу заснять, это старая церковь. Смотрите, до сих пор кованина осталась. Смотрите, кованые решетки. Но мы как бы, смотрите, кирпич, еще смотрите, беленый, то есть связка беленая. Это при помощи куриных яиц. О, подземный ход даже. Вика, где вход? Вика. Че? Че? Подвал? Ух ты, смотрите, там подвальчик. Подвальчик, ребята. И вот, короче, приезжали откуда-то, не знаю, с Москвы, не знаю, с Питера. И ребята прям горшочек на огороде. Дождь идет, ребята. Дождь идет. О, здесь лепнина, ребята. Забира такое, Саша. Ну, какое выбираю? Это подвал. Дайте мне руку. Стой, залезла. Я везде нет. Какая здоровая церковь, ребята. Обложенный кирпичом. Меня прям вот оно покоя мне не дает. Смотри. Ну это вытяжка. Вытяжка. Это вытяжка. Ну, там какие-то котлы стояли вот в подвальном помещении, где я тебе показал. А ты туда залазил, что ли? Ну, стену ломали снова. Хотели посмотреть, что там. 5 кирпичей. Смотри, какое дурище. Да, да.
Но это видно под храмом. Имеется еще одно помещение. Да, и не одно, возможно. Ну да, а такое здоровое. Ну здоровая она, старая, старая. Вообще огонь. Красотища. Но мы, ребята, приехали не копать такие здания. Недавно только крыша здесь в некоторых местах обвалилась. Вот центральный вход. Все железо повыковыривали. Вот центральный, вот, значит, вход был. Смотрите, какая полянка, ребята. Вот здесь бы походить, да, с металлоискателем. Вообще огонь. Да ну. Давай я потом скажу. Какую-то херню говорит. Ребят, у нас Костяныч как бы специалист, давно копает, и он говорит, ему очень заинтересовала эта церковь. Говорит, она настолько древняя, насколько мы даже предполагать не можем. То есть где-то 1800-е года. Смотрите, обычно, как он говорит, уже у более современных 19 века церкви были с одним входом, да? А здесь 4 входа. 4. То есть со всех 4 сторон света имеется вход. Очень интересно. И внутри, говорят, здесь какой подвал, Вик, был? Куда он проходит? Здесь подземный вход был. Куда он уходил? Он уходил в сторону нашей деревни, села. Пик. Запикаю. Вот, очень интересно. Подземный ход, да, имеется. Вот, ну, сейчас дождь идет. Я думаю, может, с подземным ходом чуть позже будем разбираться. Вот, так что вот такая вот архитектура очень интересная. Че там? Во-первых, что это? Это снимется странно. Полы родные. Смотрите, полы, и они ходят. Родной пол. Паш, давайте поднимем, посмотрим, что там. Может там... Вот я ломик, блин, оставил дома, прикинь. У каждого в машине лежит по ломик. Да? Ну, это же идти надо. Паш, вот этим. Кирпич. Интересно, может это просто свалилось что-то? Нет, нет. Это слишком ровно. Так что здесь сохрана... А, ну да, вот смотри, прям вот так вот. Сань, сними просто со стороны. Во-первых, вот смотри. В 2 метрах у нас основной вход. Ну это просто, наверное, настил, блин. Я половых щелей нету. Здесь тамбур был, ребят. Большой, теплый тамбур. Так, ладно. Ну это надо с прибором что-то ковырять. Да я понимаю. Просто, может, верховые запали. Ну они должны. Ну, верховые здесь уже просто пыли насыпалось. Вот свои узда. Да. Ну ладно. Они не пропадут никуда. Да, не переживай. Они не пропадут. Да. Ты вот это, давай. Вот объясни мне, что это такое. Справа. Вон, да. Поставь Пашу рядом для понятия. Ну то есть размера, да. Вход, что ли, ты имеешь в виду? Или что это? Вход. Вот 60. Камеру поверни. Вот вход. Основной. А это что такое? Потом выстроили вот это. Ребят, вот такие здесь домики. И вон там тоже, да, смотрите. Да, я тебе его и показываю. Старинные ворота. Здесь вот за этим домом раньше стояла баринская мельница. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ребят, я тут останусь. На всю жизнь жить останусь. Вообще огонь. Сейчас мы идем с Викой туда, где дома можно пошурфить. Ребят, еще один старый дом. Двухэтажный. Давайте посмотрим. Давай посмотрим, что здесь. Немножко покосился. Как следует покосился. Ну что-то цивильное такое здесь было. Ну, барин ставил. Барин. Вот, смотри. Блин, с фонариком. Смотрите, здесь светло. Какие здесь двери. Комнатушка. Видишь, выдумали. Что-то здесь смотрели. Здесь вот большое. Большая очень комната. Еще печка. Печка.
большая. Хорош, хорош такой. Солидный, солидный домик. Там туда зайди, Глэнда. Тоже комната. Еще тут жили. Лет так 10 назад. Ага. Сейчас уже не живет никто. 300 лет назад. Да. Полы сколочены плотно. Потеряшек маловероятно. Ясно. Ладно, хватит болтать, надо дело делать. Ну что, ребят, уже темнеет. И мы вот только добрались до того дома, который я вам изначально показывал. Хотя изначально, который Вика нам показала. Здесь у нас полы стоят. Здесь Вика с мужем уже снимала полы. Вот, красный угол Костяныч пошел. Я хочу попробовать здесь. В общем, работы хватать нам здесь будет. Вообще будет. Так, у Костяныча там уже что-то пикнуло. Да нет. Военная книжка? Нет, я тоже думал военная книжка. А что, у тебя пикнуло что-то, да? Да нет, это я облопат. Ясно. Ладно, посмотрим, что здесь будет. Я не буду. Если я вот уже пиво наглотался, блядь, тоже кожу не делал. Все старое будет. Ребята, улыбнитесь, вас снимает скрытая камера. Мы наводим порядок, мы санитары леса. Да, санитары леса, все наружу. Вон Костяныч. Костяныч, когда я первый залез, ребята, здесь вообще было хлам. Вот так вот все было накидано. Вот, Паша чистит здесь, Костяныч очистил там. Я кое-как, ребята, там пролез, на картах полз, чуть ли на пузе. И не заметил, зараза, вешалку, блин. А Костяныч, он, блин, глазастый, бля. Дерево растет. Я думаю, что он тут, блин, на это, именно около этого угла. Вроде как бы это красный угол, вот он, блин. А почему же он там, блин? А там, оказывается, смотрите, вешалка, ёшкин кот, вон, видите. И достаточно большая. И я думаю, сейчас там монетки Костян будут. Знает. Да, а что, Костян? Пожил. Костян уже 15 лет уже пожил, блин, копает, блин. Сейчас у него монетки пойдут, сейчас выкинет вот этот мусор, именно чердачную засыпочку, и пойдет. У меня, между прочим, монетки уже пошли, ребята, уже есть. Походу, здесь еще и полы. Вот из-за моих находок мы решили здесь зашурфиться. Ребят, когда к нам Паша приезжает, он постоянно какую-то чусь чудит, ребята. Он только расчистил, смотрите, он еще ничего не копал, видите, ничего не копал, вон там что-то. И засранец, смотрите, что, а? Ну, утертый, конечно. Утертый? Значит, там должен быть. Санек, вот здесь вот угол отдалбил, не было ничего. Здесь? Да. Вон там, говорю. Там уже это, там уже это, выдернут. Он тоже выдернут, он, видимо, упал. Ага. Видишь? Ну-ка, дай Сань закладной посмотреть. Паш, ой, блин, это. Как там вас, всех, да? Всех собрал. И Пашу, и Сашу, и... Костю надо еще назвать. Слушай, ну, согнулся. Подуставший? От тяжести дома, смотри, видишь, немножко деформировался. Ну ничего, так. Так, ну орелик хороший. Рельеф есть, да, я думал, он совсем упер. Пятачок, сам номинал, немножко от того. 39-й или 30-й год. Ну, Паш, красавчик, ешкин кот, масончик. Не включал, пятачок. Да? Не, зачем, я вот сунул катушку, есть. Ну, как бы, что-то есть. И этим, как его, взял этим пином, тынь, рассыпал и выключил. Нормально пойдет, смотрите. Это закладной, ребят. Это закладной. Я сразу подошел к дому, смотрите, какие бревна толстые. Старый дом, старый. Первый царь здесь, зачетно. Ну что, ребят, и у меня сигнал. Звонкий, четкий, я прям сразу сказал, медь или крупное железо. Пацаны не дадут мне соврать. В руки взял. Потер ее. Во-первых, сразу сказал, что я рукожоп, лопатой трахнул по ней. А потом, смотри, она еще, сука, зараза, игровая. Пацаны заржали. Действительно, я фартовый, бля. Фартовый на эти игровые монеты. А, между прочим, в некоторых местах игровые монеты встречаются очень-очень редко. Даже не бывает. Говорит, некоторые подписчики говорят, блин, я за все время не раз играл. Да, блин, мне игровые уже задрали. Каждый коп мне лезут игровые.
Самарской области, походу, любили это дело азартное. Вон Паша сейчас опять масона каком-нибудь выкопает. Не-не-не. Я вон смотрю вон за тем вон бардачом, блин. Сейчас у него попрет. Да? Ну смотри, Паша по колено, значит тебе по колено надо как-то. Ребят, у Костяныча пока ноль. А Паша у нас дает, как говорится, угля в стране. Трешка. 1869 год. Ай-яй-яй. Которая низкопрофильная? Нет. Николаевский формат. А. Сам первый. Смотрите, она бодрская. Бодрая. Это начало Александра Бодрый. Второго. Начало они все дорогие. 67-й начало. Вот, вначале они все дорогие. Но это близко. Ладно, погнали. Ну что, ребят, монеты мне не нравится копать. Но выпадает кое-какие приятные вещи. Вот такая какая-то овальная фиговина. Но это толстая какая-то. Сейчас я буду чистить ее. У Паши прям там куча. Что там, Паш, опять куча? Да, советики. Советики, советики. 400 километров намотал советики покопать. Такой у нас фетиш. А, фетиш, фетиш. Ладно, сейчас посмотрим, что у меня за ерунда выскочила. Ну что, ребят, Паша у нас в рыбное место встал. Дергает цариков. И сейчас интересное что-то попался. Он говорит, снимай, обязательно снимай. 25, по-моему, 16 есть. Не ошибаюсь. О, это царское серебро. Царское серебро? Разве? Нет, не царское. Как не царское? Это царское. Ну как там, орел, двадцатка и этот, все полностью этого. Ну да, 1900. 16, по-моему. Какой-то 17, что ли? Да, 17. 17 лучше, я согласен. Зачет. Первое серебро сегодня. Держи. С этим можно поздравить. Подожди, у тебя пикает же. Да иди. А, делаем ставки. И? Какие ставки? Ставки на что? Смотри. Опа. Ой, какая. Да ну, смотри, какая большая. Ой, большая какая. Да, николаевский формат. 1879. Я выиграл, монет моя. Да, забирай. А что, розыгрыш был, да? Да, розыгрыш был. Да год угадал, твоя монета. Вот такая вот пятачок. Заехал. Второй пятак сегодня, блин. Заехал. Зачетно. Да, что-то это по городу немножко. У тебя разве не пятак был? У меня? Царский. Нет, у меня не был. Ладно, продолжаем. Я вон, Паша вот здесь вот трудится. Вдоль венца все вытаскивает. Потом вот этот мероприятие он туда все закинет. А я мучаюсь, ребята, вот здесь вот. Изначально, как говорится, встал. Раз дерево, два дерева, корней куча. Сваливать в окно неудобно, чтобы прозванить. И я вот такой вот настил сделал. И вот сюда все. И как бы прозваниваю. У меня карман уже отвисает, ребят. Смотрите, штаны сваливаются, ешкин кот. Ребят, до этого я поднял царскую двушку, я распечатался, и вот смотрите, еще одна такая же зеленая, прям смотрите какая. Смотрите какая, пацаны. Кислая земля. Вообще прям зелень такая жуткая. Что за монета, даже не знаю, не разберешь. Ну что-то толстенькое, значит это царская. По размеру опять двушка. Ребят, пыл у нас немножко подутих. Что-то у меня тут на камере, блядь. Комары, мошки какие-то. Пыл у нас, ребят, подутих. Санька ушел. У Костяныча там царик выпал очередной. Вот, да. Ну, у тебя до этого тоже царики были. Серебрушка была, да, царская. Я не снимал. Вот, сейчас у нее копеечка царская. Не видно будет. Не видно?
Дай хоть со зрителями посмотрим. А то у меня тоже всего. Пару царей у меня всего. Да. Ну, почиститься будет нормально. А с этой стороны вообще. Нашлепано. С этой стороны нормально. Здесь нашлепано. Ладно. Ладно. Шурф еще копаем. Чуть-чуть еще имеется. Думаю, вот это вот надо справиться. Ну, дальше, я думаю, дело побыстрее пойдет. Паша тоже что-то подунул. Да, Паш? Ты чего унулый только, Паш? Кончились цари у тебя в твоей яме, да? А то... Царися. Да, а то привык, блин. Царики, царики один за другим. А все, все, все говорит, нет монет, там уже в ладошку не... Даже валится. Серебро упало. Серебро упало? Да. Ну-ка, что там? Ну, куда их серебро? Оставь. Оставь потомкам. Мы поднимем, переживай. Ну, видите, да, на ладошке там достаточно прилично вон. Да, тут советы одни. Ну, все равно. Вот царь. Вот где-то здесь еще был. Нет. Ну, смотри, некоторые хорошие трешечки. А, это трешка с этого, да. С поля. Вот царь. Или там вот еще один. Серебро где-то. Не знаю. Или оно упало все-таки. Не знаю, пошукай. Ладно. Ну ладно, Паша вон там он колодец уже вырыл, ёшкин кот. Да, Паша? Да, Паша? А, ну как-то само вышел. За бревно вон спрятался. Спрятался, он прячется. Давай объявление. Копаем колодцы. Ага. Ребят, я около печки. Около печки копаю. И там вот валялся вот такой кожный. Я не знаю, что это. Редикюль. Вот так вот оттопыриваю. А там вон монетки. Вон монетки. Что за монеты? Пацаны говорят, блин, монеты. Так. Ну как сохран? Сохран, да. Так. Штемпельный. Так, две. Три. Значит, одна. Три. Три монетки. Три монетки. И ключ. И ключ. Ключ специфический такой. Ключ специфический. Вот я вот здесь копал, все вот я там упирался. Ты вот до этого бревна докопал? Да. Ладно. Че? Пойдем под печку. Здесь у тебя ничего не было. С этой стороны пошел. Я тебя отпишусь сразу. Уже пишет, бля. Ну что, ребята, пришло время, наверное, с вами попрощаться с первой частью. Слышно, да? Все угорают. Кто сверху угорает, кто снизу угорает. Ребята, я вам хочу сказать, что еще в таких комфортных условиях мы никогда это самое не копали. Реально, печку натопили здорово. Все у нас сушится, потому что под дождем немножко намокли. Паш, ты что, не идешь? Он слушает у нас, да? Уже видео, еще видео не выложил на YouTube, но он уже это смотрит результат, да? В общем, откопали мы. Сколько у нас, Костяныч, получилось монет? 80-85 монет на четверых. Это не результат. Я думаю, завтра будет более интересное видео, так что не пропускаем. Вторая часть выйдет в ближайшее время. Ну а мы сейчас спать. Скольки часов, наверное, до 11, да? Время 3 уже. Да, сейчас вообще здорово, сейчас вообще покушали, ребят. Шашлык не жарили, а парили, варили, блин, в собственном соку. Тушили, да. Получилось очень вкусно, рекомендую. Так, ну все, мы вон туда. Классные условия. Еще не было такого. Все, я спать.